Здравствуйте, дорогие друзья и все любители Польши. Меня зовут Андрей Таран, я представитель проекта Poland Work For You. И в данном видео я бы хотел поделиться с вами и рассказать про топ-4 самых важных приложения, на мой взгляд, которые будут помогать вам на весь период вашего пребывания в Польше. Поэтому, кому интересно это видео, усаживайтесь поудобнее. Поехали! Итак, первое приложение, с которого бы я хотел начать, и в которое, в принципе, каждый день будет помогать вам ориентироваться в городе и как куда добраться, это приложение называется «Як до Яде». Чем это приложение такое полезное? Как вы знаете, в Польше весь транспорт ходит по расписанию, то есть он приходит буквально минута в минуту, и это очень удобно, это приложение. Вы загружаете его, оно подключается через GPS, находит вас, в каком вы городе, и вы можете выбрать, с какой точки, куда вам нужно поехать в вашем городе. Оно подберет для вас оптимальные маршруты, с каким интервалом по времени, через сколько отправления, во сколько прибытия. То есть это очень удобно, чтобы перемещаться по городу, в котором вы находитесь. То есть это приложение, без которого, ну, вам будет очень сложно, в принципе, куда-то добираться. А это намного упростит вам жизнь, так как вы будете знать, через сколько даже выйти из дома, так как, возможно, трамвай будет минут через 20, вы знаете, что нужно выйти в такое-то время, либо так, как лучше добраться, с какой точки в какую. Поэтому это первое приложение, которое я просто рекомендую вам установить и пользоваться им, конечно же. Итак, второе приложение, которое я хотел бы посоветовать, это приложение NextBike. Это приложение для аренды велосипедов, так как зачастую, не всегда, возможно, для вас будет рентабельно ехать на автобусе, возможно, из-за финансовой стороны, возможно, просто вам не подходит расписание. Или в Польше, как вы знаете, очень распространены велосипеды, те, что стоят на улице, которые можно брать в аренду, NextBike называются. И пользоваться ими достаточно просто, но большинство приезжих украинцев ними не пользуются, ну, в связи с тем, что нужно разбираться в этом, это очень долго и все такое, им кажется, что это достаточно сложно. Но, в принципе, это очень просто, у меня есть видео на канале, где я подробно рассказываю, что и как делается. Но это приложение NextBike.pl, оно устанавливается на телефон, то есть вам просто удобно, если вы еще на Украине, то вам удобно создать этот аккаунт на сайте польском NextBike.pl и пополнить свой счет, пока вы еще на Украине, с украинской карточки, например, с украинской гривневой карточки. Это можно и в Польше, но если у вас приходит смс-уведомление на телефон, у вас карточка ваша мобильная не в телефоне, то мне кажется, это легче сделать еще на Украине, пополнить свой счет. Насколько я знаю, на последнее время это было 10 злотых, минимальный счет, насколько нужно пополнять, это около 70 гривен. То есть вы пополняете свой аккаунт, и у вас будет приложение, вы просто подходите к велосипеду, сканируете его своей камерой на телефоне, сканируете код велосипеда, и все, можете пользоваться бесплатно велосипедом 20 минут. Очень удобное приложение, и очень удобно использовать эти велосипеды, они очень тоже упрощают вашу жизнь. Это было второе приложение, и третье приложение, которое я рекомендую вам установить, это называется «Газетка». Что значит это приложение и чем оно так хорошо? Это приложение «Газетка», там собраны, знаете, брошюрки, когда в магазинах есть брошюрки со скидками, с акциями, со всем прочим. Это приложение, оно собирает все эти брошюрки в электронном виде у себя в приложении. И это удобно тем, что вы сможете посмотреть, в каком магазине сейчас что происходит, какая скидка, где сейчас дешевле. То есть можете посмотреть, на что производятся акции и, в принципе, на те продукты, пойти купить в том магазине эти продукты, посмотреть, от какой даты, по какую эти скидки и акции происходят. Поэтому тоже очень удобно, чтобы экономить свои деньги в Польше и, в принципе, тратить их с умом. И последнее приложение, оно такое самое, в принципе, абсурдное, с одной стороны, а с другой стороны, крайне полезное, которое я хотел бы вам посоветовать, это Google Translate. Да, именно Google Translate.
Это приложение есть отдельно на Android, оно устанавливается на телефон Google Translate. Но в чем еще особенность данного приложения? Как вы знаете, Google Translate работает онлайн, но есть определенный список языков, которые можно скачать и пользоваться офлайн. И в один из таких языков входит польский язык. Поэтому крайне удобно скачать именно офлайн-версию польского языка в Google Translate. И вы можете полностью переводить не только слова, а полностью приложение в офлайн-режиме, если у вас не будет интернета на первое время, например, когда вы только приезжаете в Польшу. Поэтому я советую это приложение. Этот пакет занимает не более там 20 мегабайт, пакет польского языка. И крайне удобно им пользоваться. То есть я рекомендую установить также это приложение каждому. И в принципе это все. Это были топ-4 приложения, которые вам помогут в Польше на первое время, которые я рекомендую установить. И кому было полезно это видео, ставьте лайки. Конечно же, подписывайтесь на мой канал. Я оставлю в описании внизу название этих приложений, поэтому вы можете найти их там и скачать. И, в принципе, это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей Таран, проект Poland Work for You. Желаю всем хорошего дня и всем до встречи.